На территории Ленинского городского округа в парк-отеле «Орловский» состоялся фестиваль семейной рыбалки, организованный радио «Комсомольская правда». С раннего утра рыбаки, вооружившись удочками, снаряжением, приманками и фирменными рецептами прикорма, заняли свои места в рыболовной зоне на берегу реки Людовны. У меня, знаешь, какая легкая рука? Сейчас больше всех поймаешь. Я тебе шарики привяжу, и ты поймаешь больше всех рыб. Конкурс рыбалки продолжался с 5 утра до 14 часов дня. Рыбка ловилась большая и маленькая. Куски у тебя берут, да. Да. Почти каждый рыбак приехал с командой поддержки, семьей и друзьями. Пока шли соревнования по рыбной ловле, остальных гостей пригласили поучаствовать в мастер-классах и конкурсах от радиоведущих «Комсомольской правды». Здесь учили флористике и декору, рисовали, готовили, играли в футбол, баскетбол, аэрохоккей и танцевали. Очень хорошо, было очень много занятий, было и для детей, очень много развлечений. Очень пью, очень хорошо. Конкретно я поучаствовала во всех мастер-классах. Артем Ермошин рыбачит с 4 лет и помнит, как поймал свою первую рыбку. Это было зимой, я пришел с мамой на прогулку на реку, там сидела бабушка и дедушка, я попросил, как маленький мальчик, удочку и случайно поймал вот такого вот ерша. Так что и этим заразился. На фестивале Артем стал победителем в номинации «За самую длинную рыбу». В этот день наградили рыбаков за самый тяжелый улов, больше 26 кило, за маленькую рыбку весом 20 граммов и за тяжелую в 1 килограмм 381 грамм. Все разошлись по домам с хорошим настроением, призами и, конечно, со свежепойманным уловом.